Прохоровское поле под Белгородом. Сродни оно Куликову полю, полю под Бородиным. Каждый год, по традиции, собираются здесь в эти июльские дни ветераны. Сегодня повод особый. Заложен первый камень в памятник Победы. По этому случаю много почетных гостей. Маршал бронетанковых войск Олег Александрович Лосик, Маргарита Георгиевна Жукова, дочь прославленного полководца. Священное действие с участием архиепископа Курского и Белгородского Ювеналия. Такой вот будет здесь 50-метровая белокаменная звонница. Поминальный звон опавших и набат призыв к единению крепости духа в лихую годину для России. Автор, лауреат Государственной премии СССР, скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Я сегодня бесконечно счастлив, что на этом русском поле, может быть, впервые за все 74 года советской власти будет ставиться памятник, свободный от ложных символов, от ложных идей, и опираться только на тысячелетнюю символику нашу, на тысячелетний опыт русского народа, нашего государства. Ибо в памятнике будет отражена именно вся наша тысячелетняя история государства российского.